Дорогие коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня я хочу рассказать вам о семирядке. То есть это любимая семирядка. Там в Академии Сосун ее очень любят, в Академии Даорос. Многие известные парикмахеры любят эти расчески. Значит, что хочу о ней рассказать. То есть это та же семирядка и... Как вы помните из моего прошлого видео, это тот же самый бренд, что и 9 рядки делают, да, то есть все то же самое, это та же самая фирма, тот же самый пластик, значит, прорезиненная основа, 7 рядов, матовая такая поверхность вот у нее, да, наш логотип «Я люблю мои волосы» нашей компании «Гинка», где вы можете купить только профессиональный качественный инструмент компании US Park и многих других брендов. Это так вкратце о нашей компании реклама. Вот, значит, данные расчески я бы вам бы рекомендовал сушить средние волосы, да, там потом советую его даже короткие сушить. Очень любят вот мужские мастера данные расчески сушить волосы, да, данной этой расческой. У меня даже было одно время клиент, он все хотел такую себе расческу. Говорит, классная расческа, вот хочу, у меня волнистые волосы, она так хорошо вытягивает. Ну вот, все, ему никак не могу ее тоже продать. Быстро очень раскупают, что не остается любимому клиенту даже расчески. Значит, дальше здесь также прорезиненная основа, да, которая нам позволяет хорошенько вытягивать волосы. Корни она, естественно, не поднимает, как я говорил тоже ранее, да. В принципе, все то же самое, только вот 7 рядов. Ну, я бы сказал, все-таки она больше заточена, вот я говорю, вот на все-таки коротким каким-то в средним формам. То есть это мои такие, знаете, наработки с данной расческой. Потому что длинные волосы вы устанете сушить, если честно. Ну, если кто-то сушит семирядкой, коллеги, вы поделитесь со мной, расскажите, что Дмитрий, сушу длинные волосы, классно справляется. Я только буду рад, если вы сушите данной расческой длинные волосы. Значит, каркас у нас цельный, да, то есть мы не сможем ее никак разобрать, то есть ребро жесткости у нас тут встроено, да, поэтому вы сможете только хорошенько вытягивать волосы, но никак ставить корни по сравнению с другими 9-рядками парка. Вот. Инструмент хороший, инструмент качественный, удобно держать, то есть ребят, классный инструмент, доволен, рекомендую всем, берите, покупайте данную расческу, я думаю, что вы не пожалеете. Один раз попробовав данную расческу, вы не захотите покупать уже какую-то другую. Вот. Я просто всегда говорил, что лучше всегда вложиться в один хороший инструмент и работать с ним с душой, нежели чем каким-то там плохим инструментом, который потом вы выбросите и будет либо где-то будет валяться. Понятно, что этот инструмент не дешевый, но поверьте, данный инструмент будет уже служить вам верой и правдой очень долго. Данный инструмент, он того стоит, тех денег, которые вы за него заплатите. И зачастую даже клиенты смотрят, какой у нас инструмент, и меня, например, спрашивают, сколько там вот эта расческа стоит. Я говорю, ой, слушайте, там дорогая, там 1500. Все-таки вот это, да, там вот у вас инструмент. То есть, да, то есть это еще как бы, знаете, то есть в глазах клиентов вы можете также как-то подняться, что вы вот вкладываете инструмент, вкладываете деньги в такой дорогостоящий инструмент, и каким инструментом вы работаете, это тоже покажет ваш некий уровень. Ну, это мое мнение, мне так кажется. Вот, поэтому будут вопросы, пишите, я с радостью вам отвечу, там, добавляйтесь друзья ко мне, расскажу про какие-то другие расчески, если же интересно. А так, рад вас был видеть, пишите комментарии, будут вопросы, задавайте, всегда рад буду вам ответить, всем точных стрижек, хорошего настроения и хороших клиентов, спасибо.